Всем привет! Решил сегодня опять помусолить тему про сапсоники. Эти непонятные сапсоники и зачем они нужны, но я вам хочу сказать, что многие их применяют и очень даже успешно. Ну, во-первых, я сегодня на Сайгу установил Vortex, такой же, как у меня установлен уже года, наверное, 3 на Випре, на моем 308-м. Очередной обзорчик на новую упаковку и где можно взять на Озоне. Вот. Вот здесь вот сейчас повешу, ссылочка появится. Был обзорчик, смотрите. Прицелом я очень доволен. Значит, продолжу за сапсоник. Значит, у нас есть сейчас в продаже сапсоник 12.7 FMG оболочка, да? И 13.2 у нас есть SP полуоболочка. Если проанализировать, да, то 13.2, получается, летят немного кучнее, чем 12.7. Это уже доказано не только мной. Вот, но у полуоболочки есть один нехороший момент. Может быть, через раз, может быть, через два. Но патрон, выходя из магазина, всегда в патроннике упирается в стенку. И почему-то дальше не скользит, я не знаю почему, и получается клин. Выстрела, соответственно, нет, начинаются танцы с бубнами, прочее. Такое себе нехорошее. А вот с FMG такого нету. Как-то вот этот вот железный вот кончик, он как-то вот проскальзывает, и все хорошо. И тут, вы знаете, как бы так совпало. Один из моих зрителей, он мне написал письмо, говорит, попробуй СП, то есть полуоболочку, но откуси у него свинцовый носик. Я покопал в своих багажниках, загажниках, значит, нашел у меня, значит, остатки есть FMG 12.7, и была пачка полная СП 13.2, не знал, что с ними делать, вот. И вот десяточек таких вот патрончиков, вот так вот, такие тупоносенькие, вот. И вот человек говорит, что он довольно-таки успешно их применяет на загонных каких-то облавных охотах, где стрельба ведется до 50 метров максимум, да? Вот. Ну, там, за редким исключением, как бы, да? Но факт в том, что ведется до 50 метров. Я, значит, пооткусывал, так как он сказал, свинцовые эти носики. Значит, все это дело полирнул немножко напильником. Все это дело потом разобрал один патрон, взвесил, и у меня в итоге получилось, что если взять СП, простую полуоболочку, она весит 13.2, то с откушенным носиком она будет весить 12.6. А простая FMG 12.7. Вот. И вот мне стало интересно, как будут эти патроны работать. Не будут ли они утыкаться, как, скажем, ихние старший донор или брат, да, простая полуоболочка. Как они будут лететь в цель, не будут ли они кувыркаться. Может быть, они будут приходить плашмя. Вот такой вот моментик, мне стало интересно это сделать. Естественно, у меня прицел этот, я его не стал перекручивать, скажем так, на полуоболочку. Это было бы неинтересно. Вернее, на полуоболочку, говорю, на вот эти вот сапсоники. Не стал их прибивать. То есть он прибит у меня в ноль на сотку. Простой вот простой FMG. Как бы трогать уже не буду. Но я посмотрел, как они идут выносом на 50 метров. Вот. Я попробовал, как они идут выносом именно вот СП-шку. Просто у меня их больше всего было. И вот что я сейчас хочу сделать. Вы сейчас видите на 50 метров мишень, это такой кусок обои, на нем нарисован крестик. Крестик этот идет 5 сантиметров. То есть вот две палочки по 5 сантиметров, да, чтобы вы ориентировались. Значит, я сейчас буду стрелять все время в этот крестик. Все время в этот крестик. И мы будем смотреть. Стрелять буду, давайте по 4 патрона. Буду смотреть, значит, как этот сапсоник, значит, как он будет лететь. Вот. И я думаю, что для начала, наверное, мы... Какими мы бахнем для начала? Ну, давайте, наверное, бахнем для начала
4 обычных полуоболочки, да? Нет, это откушенные у нас. Откушенные мы их оставим, как говорится, на потом. Давайте возьмем обычную СП. Обычную СП. 4 патрона. И сделаем 4 выстрела подряд на 50 метров. Опять же говорю, стрелять буду. Можно было бы, конечно, выносом стрелять. Я знаю, какая поправка будет на 50 метров. Но тогда они прилетят приблизительно в крестик. А я хочу, чтобы все патроны прилетели вот в бумагу. Правильно? А зачем я тогда зарядил эти полуоболочки? Ладно, давайте посмотрим, что получится. Сначала простые, самые тяжелые. 13,2 полуоболочки. Буду стрелять, целиться в крестик. Вы знаете, вот, блин, приятно стрелять с сабсоником, прям вот, вот прям такой кайф. Да, до 50 метров, конечно, летит, и самое интересное, что, видимо, знаете, как по заказу для видео не было ни одного утыкания. Может быть, просто надо чуть-чуть побыстрее пострелять? Так, давайте сейчас я выстрелю обычными ФМДжшками. Так, у меня останется? Останется. Мне тут еще как раз на 100 метров. Я еще хочу попробовать, так скажем. Вот. Хочу. Еще не пробовал. Ну, как оно будет, еще трудно сказать. Так-то 13,2, вот эти, они... Они когда только вышли, они мне понравились, они более точные, более кучные, я бы так сказал, да. Вот, но смысл СП нет вообще, потому что, ну, я так полагаю, что этот сама пуля сделана не целенаправленно для 7.62-39. Вот, я предполагаю, что это 54-я какая-то пуля, вот здесь. И поправьте меня в комментариях, и если там, как бы, вы знаете более точно, будет очень интересно, заранее благодарю вас. Значит, у нее не хватает, у этой пули не хватает силы. У нас были уже тесты, можно посмотреть на моем канале, где я стрелял через водные преграды, через доски, там, через все это подряд я стрелял, но носик вот этот, он... Ну, грубо говоря, полуоболочка, она не работает как полуоболочка, поэтому в ней смысла вообще нету. Но на сайте Барнаула было заявлено еще тоже 13,2, только ФМГ. Ну вот, может быть, в связи с некоторыми моментами сейчас в мире, да, вот как бы 13,2 ФМГ до нас не дошло. Хотя я думаю, что было бы очень интересно увидеть 13,2 не ФМГ, а ХП. Вот, вот это было бы очень интересно. Прям, мне кажется, это было бы очень интересно. Ладно, давайте 12,7. Стрелять я буду, опять же скажу, при помощи прицела Vortex. Ссылочку на него вы найдете под видео. Прицел классный. Так, стреляю. Опять же в крестик. Но вы видите, как довольно кучно лупит, на удивление. Хотя 13,2 это вот, я еще помню, когда только они вышли, они были кучнее, чем 12,7. Но чтобы вот так вот
12,7, чтобы вот так вот лупило точно, на 50 метров даже, ребят, пуля в пулю, ну, практически, я такого что-то даже и не припомню, если честно. Вот. И сейчас, наверное, будет самый интересный момент. Кстати, если честно, я не ожидал, я вот в восторге. Прям 12,7, прям меня порадовали. Давайте попробуем экспериментальный 12,6. Куцают такие патроны, я вообще не знаю, они будут заряжаться у меня, нет? Чудо. Ну, посмотрим. Так, ну вроде бы зарядился. Давайте будем смотреть. Так, это получается у нас с отпилями носиками, значит, СПшки, которые были 13,2, которые превратились в 12,6. Получается, вообще тупой нос у них. Как они полетят, честно говоря, не знаю. Блин, вот сейчас вот, скорее всего, будет некрасиво, потому что будет какая-то куча, да? Вы знаете, я что подумал? Вот сейчас у нас очень красиво 13,2 и 12,7. И если сейчас выстрелю, и они попадут туда же, вот будет какая-то каша, да? Я вот что думаю? Сейчас я, наверное, пойду и рядом нарисую точно такой же крестик, а вы пока не уходите. Ребят, сходил на 50 метров, так сказать, размялся, нарисовал второй крестик, вы сейчас-то видите. Итак, куценосые СПшки. Куценосые СПшки. Так, ну что я вам хочу сказать. По кучности, но тоже приемлемо. А есть ли смысл в откусывании таких? Ну, не знаю, ребят. Мне кажется, знаете, самый оптимальный вариант, наверное, если сапсоники. Вот, блин, ну 12,7. Но почему-то они на 50 метров хоть и кучнее, но они ниже упали. Это хуже, потому что на сотку они упадут еще меньше, больше вернее, да? Вот. А, ну, в плане того их его действия, ну, мне кажется, гораздо лучше взять 12,7 и сделать из них именно Hello Point. И на канале, если поищите, я такое уже делал, да? И даже мы там стреляли биоцель, как бы есть такая информация. Давайте сделаем то же самое на 100 метров. Просто мне интересно, когда-то эти кирпичи должны прилететь боком, или на 100 метров будет тоже все хорошо. Вот. Правда, не знаю, насколько они упадут там. Ну, также повесим обои, также нарисуем. Я думаю, знаете как, я думаю, что, наверное, также мы нарисуем три крестика сразу, чтобы они между собой, наверное, не путались. А там уже будем смотреть по первому кресту, как я выстрелю, как они прилетят, и уже будем смотреть. Может, они прилетят по всей обоине, и смысла не будет стрелять по каким-то другим крестам. В общем, не уходите, я побежал на 100 метров. Ну что, наше нагромождение, так сказать, в виде мишени. На 100 метров вы сейчас это все видите. Значит, три крестика. Я сейчас, наверное, буду первыми стрелять в крестик именно с пиленными носиками. Ну, как бы в другой последовательности пойдем, немножко изменим, да, чтобы, ну, чтобы, знаете, как говорится, вот, там, типа, ствол нагрелся. Хотя тут говорить о нагреве ствола такое. Так, вот я вот этих куценосых заряжаю. Ну вот, первоначально, скажем так, я не сильно в восторге, хотя
Я сходил на мишень 50 метров и рассмотрел отверстия, овальных нету, вот три группы овальных нет вообще. То есть идеальные прям вот дырочки. А вот эти вот тупоносые, знаете, такое ощущение, как вот этот, что дырокол есть, который вот бумаги дырочки делает ровненько. Вот такое же вот он сделал. Я сейчас буду стрелять вот этими тупоносами, отпилышами, обрезышами. Я буду стрелять в центральный крест. Вы это все будете видеть. Я вот себе поставил тут трубу на всякий случай, но я вот на 6-кратности прекрасно вижу в эту оптику. Такой получился у нас почти идеальный квадратик, прям под крестиком под тем. Вот, ну, овал или нет, это я сейчас в трубу посмотрю, а в оптику я вижу прекрасно, сколько же у меня будет рисочек. Раз, два, три. Между третьей и четвертой рисочкой. Ну, интересное решение. Так, давайте не будем, как говорится, чтобы не перемешивать всю эту красоту. Все-таки я правильно сделал, что нарисовал именно три вот этих вот крестика. Вот. Так. В прошлый раз мы стреляли, у нас 12,7 было посерединке. Давайте посерединке сделаем теперь посерединке СП-шечки, полуоболочечки. Вот они. Раз, два, три, четыре. Видите, у меня остатки роскоши опять остается. Тут там 5 патронов. Тут он туда-сюда. Не туда и не сюда, как говорится. Ну, значит, эти остатки реализуем на ближайшей загонной охоте. Так, полуоболочка пошла. Так, в какой я буду стрелять? Ну, давайте слева направо, левый. Ну, знаете, что-то или это сабсоник, или я дернул на третьем выстреле, я допускаю, я же как бы человек. Но я хочу сказать, если брать суммарно, куча одинаковая, если третий выстрел не считать, то простая полуоболочка гораздо кучнее. Она, в принципе, всегда была кучнее. Но по падению, с учетом того, что 13,2, а там 12,6, да, ну как бы пуля стала легче, более тупоносая, а падение одинаковое. Интересно, да? Ну давайте сейчас, не выжидая ни секунды, дадим, видите, тут две осталось, две. Ну, я же говорю, реализуем на охоте. Вот. Скажем так, покупать пока я не хочу сабсоник. Вот реально не хочу. Вот дождусь, когда 13,2 сделают оболочку или ХП-шку. Или оболочку, а из нее мы сделаем ХП-шку. Вот, и посмотрим тогда, как они летят. Ну вот, мне кажется, это будет здоровски. Так, ну что, у нас сейчас будет ФМЖ 12,7. Правый крестик, 100 метров, 4 выстрела.
Ребята, знаете, наверное, все-таки Барнаульский завод сделал выводы со своих первых сапсоников, с первых каких-то пробных стрельб, когда все стреляли, все тестировали, все это выставляли на показ, на обозрение, но плюс-минус у всех куча одинаковая. Плюс-минус у всех куча получается одинаковая. А вот что у нас получается, например, с овалами, это я сейчас не знаю, это сейчас мы посмотрим, чтобы туда не ходить. Вы-то наверняка все это дело видите, а мне придется немножко, так сказать, сходить к окулисту. Так, что мы видим? Вот я вам хочу сказать, что самые ровные отверстия были это у отпилышей наших. А вот 12.7, вот у меня такое ощущение, что есть небольшие завалы, причем у всех четырех выстрелов. Вот. Вероятнее всего, что сил не хватает, и при первом соприкосновении с какой-то преградой, скорее всего, пулю немножко начинает закидывать. Ну, это допустимо. Это допустимо для такого вида патронов. Собственно говоря, то, что я хотел, я посмотрел. С вами, так сказать, информацией поделился. Получил удовольствие от своего выходного дня. Как говорится, еще раз скажу. Прицел бомба. Был он у меня на Випре 308. Теперь у меня такой же стоит и на Сайге. Короче, я доволен. И самое интересное, ребята, здесь вторая фокалка. И очень яркая. Очень яркая здесь подсветка точки. Бомба. В общем, на этом я буду с вами прощаться. Ссылочку на него, естественно, я подвешу под видео. Заходите, смотрите. Это Озон, это не Алиэкспресс. Это все раз, два. Только когда будете смотреть на цену, смотрите, цена указана без налогов. То есть зайдите в цену, рядом будет там такой значок вопросительный. Там будет написано, что это цена без учета налогов. То есть, вероятнее всего, вы заплатите немножко больше, чем та цена. Но это все равно будет цена очень-очень приемлемая. И срок доставки у вас будет что-то в районе 2-3 недель. Согласитесь, это приятно. На этом я с вами буду прощаться. Как говорится, не болейте, не кашляйте. Подписывайтесь на наши все каналы. YouTube, Яндекс.Дзен, Рутуб и что там еще, ВК-видео. Подписывайтесь для чего? Для того, чтобы я мог понять, какой есть смысл канал дополнительно вести, какой нет, на случай, если с Ютубом придется попрощаться навсегда. В общем, как говорится, не болейте, не кашляйте, подписывайтесь на наши каналы. Ну и всем пока-пока!